Молодой ты еще. Расскажи вкратце, я знаю, откуда ты родом, когда ты уехал с Таджикистана и с какой целью и куда? То есть ты приехал в Россию, какие у тебя цели вообще были? Родом я с Памира, Памир тебя по национальности. Уехал я оттуда в 16-м году вроде. Ну, я точно не помню просто. Приехали сюда заниматься. Ну, типа, у нас на родине именно ММА не так уж развит. Ну, сейчас уже более-менее нормально, но там у нас вольная борьба, кёкушин, карате и так далее. Короче, вот такие виды спорта. А именно ММА недавно, ну, где-то в 15-16 году начали уже заниматься. Так. Ну, я всегда думал только о UFC, но не думал, типа, как туда добраться. Типа, пойду сейчас позанимаюсь, и там уже и посмотрим. Что будет, то будет, да. В Москве хату снимаешь? В Москве хату снимаю, да. А почем, если не секрет? Сколько платишь за хату? 50. Нормально. Неплохо. Как ты попал вообще в принципе?